Добрый день. Представляем вашему вниманию котел наружного размещения мощностью 300 кВт. Котел наружного размещения сделан на базе двух котлов. В данном случае котлы расположены вертикально друг над другом. Также установлены две горелки, два блока автоматики на каждый котел. Котел снабжен магистралью газовой, необходимым количеством термометров, манометров. Из систем безопасности установлена пожарная система, системой контроля загазованности и с системой, соответственно, отсечных клапанов, термозапорных и электрозапорных по газу. С задней стороны выходы под дымоходы. А также можем видеть обвязку трубопроводами. Подача и обратка. Подача отмечена красным. Обратка синим. Соответственно, термометры, манометры в комплекте. Также задвижки, которые позволяют отсечь при необходимости по линии. И, значит, подрывные клапана, которые, если что, сделают аварийный сброс, дренаж.